Я всех приветствую, меня зовут Олег Димитров. Сегодня поговорим о фригидности. Фригидность – это женская болезнь, при которой отсутствует физическая тяга к мужчинам и отсутствует возбудимость и оргазм. Вся женская сексуальная функция подавлена. Фригидность является одной из причин, по которой у женщин не складываются отношения с мужчинами. Может показаться, что фригидность не так страшна для отношений и с этим можно жить, но это не так. Для каждого мужчины важно, чтобы энергия, которую он отдает женщине, возвращалась от нее с эмоциями. Если этого не происходит, то секс с этой женщиной будет ничем не лучше, чем мастурбация или секс с куклой. Но фригидность – это не только про секс. Если женщина фригидна, то часть женского поведения будет отсутствовать. То есть она будет вести себя в некоторых ситуациях как мужчина, как следствие отсутствия женственности. Многие думают, что есть какие-то современные таблетки, которые могут помочь справиться с фригидностью. Но таких таблеток нет, нет легких путей. Ведь фригидность – это психическая проблема. У девушки есть в голове какая-то программа, которая блокирует сексуальное поведение. Таблетки тут не помогут. Как таблетка может помочь изменить знание, что проявлять свою сексуальность опасно? Это может быть связано с тем, что в детстве произошло что-то сексуального характера. Может быть, поведение это создала мама. Взрослый человек эту ситуацию уже может забыть, а бессознательно помнит. Никакая таблетка не исправит психическую проблему. Возможно, какие-то таблетки могут снизить симптом или увеличить тягу к мужчинам, как, например, алкоголь, который снимает зажимы, и получить оргазм проще. Но вы сами понимаете, что пить перед каждым сексом – это не решение. Так можно дойти и до алкоголизма. Поэтому я считаю, что бессмысленно тратить деньги на то, что лишь уберет симптом. Для начала расскажу, почему может блокироваться женская сексуальность. Характер человека прописывается с момента зачатия до возраста 7 лет. Все, что происходит с ребенком в этом возрасте, ложится в фундамент его личности. Основная задача ребенка – выжить, ведь в этом возрасте он не может за себя постоять, поэтому его головной мозг очень быстро обучается. Хватает все без разбору. Если происходит что-то, что головным мозгом расценивается как важное, то эта информация записывается в бессознательные процессы. Например, мама во время беременности думала: «Какая же я плохая мать, что хочу секса в тот момент, когда у меня животик, ведь это может повредить моему ребенку». То ребенок, который соединен с мамой пуповиной и считывает ее эмоции, может в этот момент себе записать, что хотеть секса – это неправильно и плохо. То есть произойдет обобщение и генерализация. У одной моей клиентки было решение, которое она приняла в возрасте 3 лет. Она зашла в комнату родителей и увидела, как мама сосет член папы. А так как родители испугались, что ребенок это увидел, клиентка приняла решение, что тем, чем занимаются родители, гадко и противно. Это решение, которое она приняла в возрасте 3 лет, прошло с ней через всю жизнь, и она испытывала дискомфорт и отвращение, когда видела мужской член. Это, разумеется, накладывало огромный отпечаток на отношения с мужчинами. Но как только мы разрешили детскую ситуацию, то отвращение к половым органам изменилось. Ситуации, которые могут служить спусковым крючком в блокировании женских сексуальных функций, может быть множество. Но важно понять одно. Все идет с детства. И большая часть проблем и болезней психического характера оттуда. Ведь мозг человека управляет всеми функциями организма, и он может подстраивать физиологию организма так, как ему нужно, вплоть до развития специфических заболеваний. Но как только исправляется психическая проблема, то и симптом уходит. Для того, чтобы была понятна картина, почему у одной женщины может быть влечение к мужчинам, а у другой отвращение, расскажу, как создаются убеждения и вера в те или иные вещи. Каждое убеждение, чтобы оно было устойчивым, должно иметь доказательную базу. Для маленького ребенка достаточно всего несколько ситуаций, в которых родители ведут себя определенным образом. Потому что родители для него являются самыми важными людьми. Если родители себя так ведут, значит это поможет и его выживанию, думает ребенок. Например, если мама уважает папу и чувствует к нему симпатию, то маленький ребенок возьмет это за доказательство того, что к папе нужно чувствовать симпатию и уважение. Этого хватит для того, чтобы это убеждение легло в бессознательные программы. А так как папа является проекцией всех мужчин, то женщина будет соответственно относиться ко всем мужчинам с симпатией и уважением. Чем старше мы становимся, тем сложнее ввести новые убеждения, так как новые убеждения не должны конфликтовать со старыми. Поэтому используйте аффирмации для того, чтобы ввести новые убеждения, например, о том, что «я сексуальна» или «я получаю огромное удовольствие от секса», бессмысленно. Потому что новая программа будет противоречить старой, которая была заложена в детстве. При конфликте двух программ будет срабатывать та, которая имеет больший приоритет и имеет более ранний срок создания. Поэтому если у женщины нет психических травм, которые говорят о том, что сексуальность – это плохо, то аффирмация спокойно ляжет. Если у нее есть психотравма, то новое убеждение будет отфильтровано сознанием. Например, когда я своим клиенткам создаю новое убеждение, к примеру, я богиня, то без проработки психотравм ей даже сложно это выговаривать. Она не верит в это, и ей кажется это каким-то идиотизмом. Но после того, как я помогаю ей принять ее тело, ее голос, ее вес,
и привить любовь к себе, то «я» богиня становится для нее чем-то обыденным. Она знает, что она такая. Убеждение сразу принимается. Поэтому первая задача для того, чтобы ввести новое убеждение об этом мире или о себе, убрать то, что противоречит этому. А после того, как мешающие убеждения были убраны, можно ввести любую информацию, которую сам клиент пожелает. Так создается новый характер. Вот, к примеру, некоторые убеждения, которые я даю своим клиенткам за место старых. Я женщина. Я богиня. Я красавица. Я манящая. Я женственная. Все мужчины мои, и я притягиваю их как магнит. Я женщина, и я этим горжусь. Я прекрасна и женственна. Женская энергия переполняет меня. Я потрясная женщина, и я супер, и это мое. Вся прелесть регрессивной гипнотерапии состоит в том, что это работает. Если клиент хочет меняться и готов выполнять все мои рекомендации, то результат практически гарантирован. Бывают, конечно, ситуации, когда проблема лежит вне психики человека. Например, если орган был физически поврежден, то, скорее всего, гипнотерапия будет неприменима. В остальных же случаях, а это более 90%, после нормализации всех функций, органы начнут функционировать в штатном режиме или восстановятся. Лечение фригидности, впрочем, как и других психических ошибок, начинается с наведения транса. Расскажу, как делаю это я. Для начала я погружаю клиента в гипнотический транс. Это нужно для того, чтобы клиент расслабил свое тело и мог сконцентрироваться на своих внутренних переживаниях. Находясь под гипнозом, мы с помощью техник регрессивной гипнотерапии с сознательного возраста спускаемся к детским воспоминаниям. Вспоминаем те ситуации, в которых проявлялось это дискомфортное чувство и выносилось решение вести себя определенным образом. За 20-30 минут мы находим ту ситуацию, в которой клиент принял решение действовать деструктивным образом. Это касается не только фригидности, но и других психических ошибок. Страхи, аллергии, депрессия, панические атаки, кожные высыпания и многое-многое другое. Потому что все болезни идут с головы. Как только мы находим ситуацию, в которой ребенок принял решение вести себя определенным образом, мы с помощью гештальт-терапии убираем эмоции из этой ситуации и выносим новый вывод. После этого мы снова перепроживаем ситуации, по которым мы спускались вниз, и проблема уходит. Проблема уходит навсегда, и это сразу заметно. Фактически мы работаем с убеждениями человека и характером. Приведу пример. Недавно разговаривал с девушкой на улице, и она обмолвилась, что она переживает по поводу того, что у нее недавно умерла мать. Я ей предложил тут же убрать это дискомфортное чувство. Мы нашли в парке лавочку, и на этой лавочке за 40 минут проработали проблему. Корни шли из раннего детства. Там мы нашли ситуации, в которых мама оставляла маленького ребенка одного. После того, как мы эти ситуации разрешили и поменяли выводы из этих ситуаций, а они были привязываться к маме, не отпускать ее, я вывел ее из трансового состояния, и она с удивлением обнаружила, что мысль о смерти матери теперь не вызывает никаких эмоций. Ведь все реакции, которые есть у взрослого человека, идут из детства. И решать их на уровне сознания и настоящего времени бесполезно. Нужно идти сразу в причину. А причина до 7-летнего возраста. Фригидность же имеет несколько более сложную структуру, чем, например, страх смерти близких. Потому что с лечением фригидности может быть связано то, что мама во время беременности хотела не девочку, а мальчика. И эта информация у девочки отложилась в голове. Я должна себя вести как мальчик, и это могло сказаться на сексуальных функциях девочки. Фригидность может быть связана и со страхом проявлять свою сексуальность, например, из-за возникающего риска сексуальных домогательств. В среднем коррекция фригидности занимает от 5 до 10 сеансов, то есть за пару недель ее можно полностью проработать. А взамен этого дискомфортного чувства девушка получает огромное удовольствие от себя, от своего тела, от мужчин и секса. С вами был Олег Димитров, коуч, гипнотерапевт. И сайт olegdimitrov.ru.